Всем привет, ребят. Ну что, побегал я немножко по волне АК, и есть такие, знаете, первые уже необходимые вещи, которые нужны для прохождения. Понятно, что без доната даже Аджей еще даже не прошли, да и донаты многие Аджей не прошли. Мы сейчас попробуем ее даже в составе на дев пройти, попробовать, посмотреть, что у нас получится без Космо. Она намного проще, честно говоря, по сравнению. Следующей волной. Так, Фрэнка у нас разобрали. Тут, конечно, есть свои нюансы. Тут герои разбивают здания, тут командор дофига, но на волне АК тоже есть свои прелести, я сейчас вам их покажу. И покажу более-менее такой оптимальный состав для прохождения. Хочу просто посмотреть, Аджей, сможем ли мы затащить таким составом или нет. Ну, Аджей проблема то, что здесь рушат здания. А на волне АК там другая проблема. Вот Аджей 3, до Аджей 4 доходим. Это не тот состав, который надо брать, но все же. Ну, практически вот от J5, то есть мы дошли. Поехали. Юзал я, в общем, Фрейю с воодушкой, но решил заменить на вот такую вот Фрейю сожива. И скажу вам, очень даже ничего. Зефир. А у меня тут Зефир еще. Может, мы бы Джей прошли без воодушевления. Зефирку я пробовал с воодушкой. Плюс ему сюда ставим панчбокса. Так. Огник. Вот такой вот. Я его даже не менял, так и оставил. Ворожей тоже с воодушевлением. Плюс слон. Ну, слона сейчас мы уберем. Вот такая вот землеройка. Почему, я вам тоже сейчас расскажу и покажу. Так, отсюда я убирал, ставил сюда ангела. Так, ну и тут варианты разные были. Я даже пробовал нового героя. И честно скажу, он тоже довольно-таки неплох. Единственное, ему надо побольше сюда уклонения, и он будет тоже тащить. В общем, такой вот состав. Поехали. Покажу, расскажу. Волна АК. Так, первая волна, самая опасная здесь, это демон. Этот демон просто тупо убивает героев с ограничением. У него умение такое же, как и у кровавой Мэри, нового героя, который просто игнорирует все ограничения. Ну, кроме ограничения архидемона, то есть, по сути, только там. Все, как видите, с юнитами у меня даже на первой волне получается неплохо. Дальше следующая волна, здесь у нас уже идут полным ходом. Так, нашего огника слили даже с оживой. Здесь полным ходом у нас идут зефиры. Самое основное, чтобы пройти зефиров, это надо отражалка. То есть на ваших героях должна быть огненная защита. Если у вас ее не будет, вы будете, вот если посмотреть, у меня в топе 1.17 по прохождению, всех остальных по АК-2 2 минуты. Если у вас не будет отражалки, скажем так, вы не пройдете быстро эту волну, там очень-очень редкие случаи, что ребята проходят ее. Сейчас мы даже слились. То есть без обратного урона вы не набьете ничего нормального. То есть вот у меня 1.17, все остальные, они тоже с 30-ми прорывами. Вот видите, очень мало кто может пройти. Все зависают, вот такая один. Но без отражалки в эту волну хрен пройдете нормально. Поехали еще раз. С юнитами, конечно, как-то повеселее, честно говоря. Не так проседают герои. Не дохнут на первой волне. Вот опять. Как видите, там фобы. О, супер, вообще зависло. Люблю
А вдруг мы бы сейчас прошли ее? Конечно, не прошли, потому что это просто нереальная волна, как по мне. Не знаю, для чего они ее делали. Перезапущусь. Но это просто жесть. В общем, первое, это отражалка. Без отражалки очень сложно вам будет пройти зефира. Второе, на некоторых героев можно ставить живу, так как зефиры будут их заряжать, и другие герои, у вас будет шанс дольше прожить. То есть я поставил наумника, но опять же они могут под молчанкой слиться, и ну, ему воодушка по сути не нужна, поэтому два раза резнуться он может у меня 9. И поставил Фрей. То есть с тех сторон они проходят, ну, скажем так, они выживают хотя бы. А четвертая сторона неплохо было бы, конечно, супер вообще. Я люблю HG. А, то есть у меня получается Фрейя с одной стороны, с другой стороны у нас Огник, которого тоже сложно убить. И с третьей Зефир. С четвертой стороны у меня был либо Душек. Он тоже довольно-таки неплохой герой с уклонениями, но все равно его сливает. Либо нового героя, он обездвиживает, и в большинстве случаев он, кстати, доживает и помогает тоже. Я еще попробую вариант их троих вместе поставить. Вместе с землеройкой. Ну, до землеройки мы сейчас дойдем. То есть зефир вам нужен, так как водушку ставить он будет бить дистанционно. Проблема даже не в зефирах, проблема я вам сейчас покажу, почему ставится на некоторых героев водушка и почему здесь стоит землеройка. И зачем землеройка вообще здесь нужна. Вот реально без землеройки очень сложно будет пройти эту волну, хотя бы до того уровня, до куда сейчас ее прошли. Землеройка блокирует навыки, плюс у нас есть многие... Думаю, заметили, что в конце выходит там тоже есть Фрейя. И вот Фрейя на второй волне, они уже идут с отхилом. А если у вас не будет дофига дамага по ним, то вы их не сольете. То есть зефир с водушкой даже не спасает. Именно землеройка зачастую. Так, есть. Отлично. Дает возможность нормально зафармить. Вот смотрите, поехали. Сейчас попробуем на замедленном. Вот, кстати, смотрите, новый герой. Ну, видите, его блокируют. Ну, этот демон, он сносит все, всех и вся. Но плюс... Выжил у нас или не выжил? Да, выжил. Вот, посмотрите, вот у нас Фрейя. То есть Фрейя, он блокирует Фрейя, они не могут отхилиться. То есть это даже начиная с первой волны, на этого, я не знаю, у этого демона, короче, куча разных иммунитетов, его вообще нереально что-то с ним сделать, его только убить можно, 40 тысяч ограничений всего. Вот фрейки пошли. То есть, как видите, я прохожу за 2 минуты, у меня остается, то есть я за минуту первая, бывает даже быстрее прохожу. Вот, и следующая волна у нас, типа ворожая у нас там дамажит. Да, что-то заходы неудачные. Это они начали сегодня, короче, полным ходом пробивать. Зефиры у нас здесь идут с маскировками. Это раз. А с маскировкой зефира реально очень сложно слить, поэтому у вас должен быть хороший ворожей и максимум отражалок. Так, поехали еще разок. Ну, я сейчас вам покажу, оно самое, это самая сложная волна на сегодня, ее реально очень сложно проходить. Смотрите, что делается вокруг. Просто там бешеный урон идет, но пока держится. Так, основное выдержали, вот смотрите, новые герои. Довольно-таки круто справляется, он тоже блочит Фрей. Вот землеройка, как видите, он обалденно просто блочит Фрей. Ему надо воодушку плюс огненка, самое то, самый сок. Так, есть АК-1, мы прошли. АК-2, я надеюсь, я нормально смогу вам показать. Опять огненка слили, ну.
В принципе, ворожай сейчас должен дотащить. Опять. А что за фигня? Вообще просто какой-то бред творится. Обычно все нормально. Как только начинаешь снимать видос, начинаются сливы. В общем, идем к луне. А2. Видите, нового героя слили. Так, отлично. Будет кровавая Мэри, я думаю. Блин, опять его слили. Да что за фигня? Ну, короче, тут надо 1000 перезаходов, потому что волна нереально веселая. Сегодня с утра смотрю, вообще печаль какая-то после обновления сервера. Так хоть держались. Ворожея слили. Да, они просто издеваются. Это просто пипец, ребят. Пробовать можно, ну, я многих героев пробовал, но или душек, или этот новый, в принципе, здесь заходят неплохо. Так, землеройка облучил, отлично. Что за фигня? Вообще просто что-то нереальное. А вот, кстати, смотрите, вот умение демона. Вот выпускает он какую-то фигню. Поэтому у меня и не дохнут. Видите, от него отлетает вот эта хрень, которая убивает героев. Он получается сейчас попадает в юнитов, поэтому без юнитов тут никак. Поэтому герои у меня не проседают. Я вам показывал, то есть не сливается. Показывал первые заходы. Я без юнитов бегал здесь. И у меня герои просто тупо ливались. Вот из-за чего. Вот смотрите внимательно. Демона отлетает. То есть юниты просто необходимы. Потому что эта хрень просто убивает стычки. Чем больше у вас юнитов, тем лучше. Так, ну я надеюсь, мой К2 хоть раз зафармим нормально или нет. Издевательство какое-то. Просто жесть, они просто сейчас сливают моих героев. Вчера я нормально здесь до третьей волны спокойно каждый раз доходил. Сейчас опять какая-то хрень происходит. Да. Просто жесть. Видите, попал по Фрейе и все, он ее сразу же стычки снес. То есть и такие демоны приходят первая, третья, там и, наверное, скорее всего, на пятой волне. Ну, третью, если позадротить, я думаю, можно попробовать пройти. Вот, смотрите, он включился. Блин, ну просто что-то нереальное. Каким образом они так дамажат? Сейчас я даже не знаю. Ледяха включился. Это просто пипец. Ладно, смотрим. Я надеюсь, мы сейчас их затащим. Так. Вот смотрите внимательно на зефиров. Благодаря именно отражалке они очень хорошо проседают. Так бы они себя хилили. И смотрите внимательно, Фрей. Вот у меня есть сейчас. Вот.
То есть без огненки вам очень сложно будет слить Зефира, а потом остаются Фреи. И это самая большая проблема. Если вы их не будете блокировать, у вас не будет, они будут хилиться. Эти Фрейки хилятся. То есть тут, как видите, я без проблем. Ну вот, минута 49 у нас осталось. Ну и пошла третья волна. На третьей волне уже, кстати, есть командорка. И все полностью вместе демоны. То есть куча всего. Ну ее, в принципе, можно пройти. Все зависит от того, насколько удачно у вас вылезут. Они все вместе. Ну, это надо позадротить. Ну, я на четвертый даже боюсь представить, что там будет. Там будет что-то нереальное, как по мне. Поэтому. И у нас остался один ворожей. Вот смотрите, без землеройки реально сложно убить Фрею. Мы там проходили за минуту, то сейчас, видите, она получает дополнительно, бывает, отхил. Так вот можно даже на первой волне зависнуть, поэтому блокировка, землеройка здесь просто необходима. Дальше мы уже тут можем, в принципе, вторую пройти, но дальше без землеройки ловить нечего. Вот, то есть основное, что у вас должны быть, обязательно юниты против демона, отражалки против зефиров, землеройка для блокировки, ну и, конечно же, герои, которых сложно убить, это Фрейя, Огник и Зефир. Ну, еще хотелось бы Кровавую Мэри посмотреть, она бы, конечно, здесь намного упростила все. Вот видите, сейчас удачный более заход. По-любому что-то на втором заходе у нас случится. Кстати, очень сильно проседает новый герой. Ну, Огника слили. Вот именно благодаря отражалкам Зефира убывается на этой волне очень быстро. Вот есть землеройка еще у нас. С отражалкой, вот посмотрите внимательно, он Фрей блочит. То есть вот для чего. То есть такой пока состав, это самый такой оптимальный. Буду пробовать еще, потому что это волнует. Ну, реально сложно пройти. Видите. За минуту прошли, но дальше, конечно, тут без вариантов. Просто топовый состав выходит, и они сливают. Ну, надо пробовать. В общем, вот так вот, ребят. Такие вот пироги. Пишите комментах, что вы думаете по поводу волны. Ставьте лайки. Всем удачи. Всем пока.